vamos a hacer un... Tamares, ¿qué dices? Доброе утро. А где Карик? Карик, где? Откуда я знаю? Он из комнаты не уходил. А куда же он мог деться, если он из комнаты не выходил? Подумай, бабушка. Минуточку. Карик! Это же не Карик. Слушай, нет, не Карик. Овчарка нарцисс в твоем возрасте.
причем. Задержала двух вооруженных преступников. Двух! Здравствуй, Фридрих, это пугало. Во-первых, если дядя, то дядя Юра. А если Шмидт, то здравствуйте, товарищ Шмидт. Ясно? Не ясно. То есть не понял? У меня не ясно, значит ясно, а ясно, значит не ясно. Ясно? Ясно, что не ясно. Прошу. Спасибо. А вы брата моего не видели? Брата. Карика, что ли? А у меня другого нет. Видели. Вот приблизительно час назад он явно без разрешения гулял на бульваре. Это мы с Фридрихом можем подтвердить перед кем угодно. А куда он пошел? Вот этого я не знаю. Это мы не определили. Это не наше дело. А хочешь, я тебя сфотографирую вместе с Фридрихом? Хочу. Ну, пошли. Так. Вот сюда какое у тебя платье. Красивое платье. Сейчас. Внимание. Так, Фридрих. Фридрих на место. Фридрих, прошу. Не привлекайся. Не привлекайся. Хорошо, я буду снимать здесь всегда. Вот видишь, только по собачьи, по человечески ты не понимаешь. Внимание. Улыбнемся, не ты, Фридрих. Вань, улыбнись. Я, пожалуй, что заберу у вас эту мину. Хорошо, я вам сейчас это оформлю. Это должно быть. Молодой человек, руками не трогайте. Прием, как меня слышите? Продолжаю слежку. Шеф, прием. А вот посмотрите вот этот браузер. А я знаю, что ты давно за мной следишь. Это только в кино. И в книжках бывают рассеянные профессора, которые ничего вокруг не замечают, а? Тебя как зовут? Карик. Карик – это Карен Кориолан? Нет, Оскар Петров. Оскар Петров – это звучит. Ты что, химией интересуешься? Интересуюсь. А насекомыми? И насекомыми. Какими? Пауками, тараканами. Тараканами. Сейчас тараканами многие интересуются. Да. Ну, приходи ко мне в гости, я тебе расскажу много интересного из загадочного мира насекомых. Это можно. Чем обязан столь громким визитом? Простите, Иван Гермогенович. Да. Ваш новый инспектор участковый. Французов. Вот. Моя визитка, телефон домашний, рабочий. Угу. Звоните, если что случится. А что может случиться? Всегда может что-нибудь случиться, или уже случилось. А мы всегда на чеку, чтобы не быть в стороне. Да. Честь имею. Всего доброго. Может быть, вам помочь? Нет, ни в коем случае не надо. До свидания. До свидания, до свидания. Мне сообщили, что опять ты сегодня где-то пропадал полдня. Вот именно. Что ты опять ушел со двора. Скукота во дворе-то. Все разъехались. А в парк вы меня не пускаете. Да. Да. Там такой страшный пруд. И одни мнения. Вот пожалуйста. Давно в разгаре лета, а ты сиди в этом пыльном дворе. Ну хорошо. Я вам обещаю, что в ближайшее воскресенье мы обязательно с вами посетим очаг культуры и отдыха. Спасибо. Я считаю, что общение с природой совершенно необходимо для гармоничного развития личности. А на лодке кататься будем? Ну, разумеется. Ура! Но я не пойду, если он будет убивать жуков и бабочек. Он сегодня хотел оторвать крылья.
я бабочки. Я бабочку хотел превратить обратно в гусеницу. Я не понимаю, где он их находит в наше-то время? Вот когда я была маленькая, то бабочек было гораздо больше. Они так порхали над лугами. И лугов-то было больше, когда я была маленькая. Ну вот, вот. А теперь многие бабочки занесены в Красную книгу. Я полагаю, Карик, что ты не прав. Преследую насекомых. Они же вредные. Но не все же. Не все вредные, даже вредные на что-нибудь нужны. Папа, я права? Ну скажи. Ты знаешь, я подумаю над этим. Настоящий? Ну, конечно. У нас не может. А почему ты так думаешь? Не выживет, и мы его быстро разоблачим. Не знаю, когда я была маленькая, шпионы всегда пользовались гримом и изменяли свою внешность. Например, они всегда приклеивали себе фальшивые бородки. И их очень трудно было разоблачить. Бабушка! Бородки? А ты точно знаешь? Бабушка в этом вопросе совершенно права. Шпион почему-то очень любит усы и бородки. А почему ты это спрашиваешь? А у тебя усы настоящие? А, конечно. Мужчине не возбраняется носить усы, если это настоящий мужчина. А бабе-яге не запрещается усы носить, пап? Бабе-яге? Нет, конечно, но это в порядке исключений. А девочкам почему нельзя бороду носить? О, кого-то принесло. Вот моя визитка. У вас под рукой всегда должны быть мои телефоны. Служебный. И домашний, пожалуйста. Спасибо, вы очень любезны. У вас ведь маленькие дети. Двое. Или какие-нибудь новости в этом вопросе? Нет. Да, их только двое. Так Карик вот, и Вали. Дети требуют особого отношения. Да. Понимаете? Когда я была маленькая, у нас один мальчик ножницы проглотил. Что, целиком? Конечно. Железные? Конечно. Какой ужас. Никогда не трогай ножницы. Правда, они были маникюрные. А когда вы были маленькой, одна ваша знакомая девочка не любила сочинять невероятные истории? Любила. Вот именно. Ну что ж, честь имею. Какой милый наш участковый. Да. Давай только без морских путешествий. Пока. Приготовиться к отплытию. Отдай швартовый! Валя, Валь, ты умеешь хранить тайны? Какие? Если страшно, то сейчас не говори. Я боюсь. Понимаешь, я еще пока сам не знаю. У нас в доме живет один очень подозрительный тип. А в чем ты его подозреваешь? Пока во всем. Фамилия его Енот. Профессор Енот.
А ты видела когда-нибудь профессоров, которые в кустах все время чего-то ищут? Нет, не видела. Вот и я не видал. А ты что, следишь, что ли, за ним? Слежу. Сегодня в магазине он купил вот такую вот штуку, похожую на бомбу. Ах, вот ты где все время мотаешься. Завтра я должен проникнуть к нему в логово. Что он, в логове живет? Да нет, он живет в обыкновенной квартире. Это я его квартиру логовом называю. Поняла. Будешь мне помогать? Да. Нам надо хорошо выспаться. Завтра приступим к операции. А вдруг он бандит? Да нет, я думаю, что он просто шпион. Привет, и Карик здесь, Валя. Ну как же? Карик, правда хорошая собака, Фридрих? Хорошая, это хорошая, да толку в нем никакого нету. Это в каком смысле? Так если бы был еще Ищейка, а он... Да если хотите знать, у Фридриха лучший нюх в мире, понятно? И вообще, если он захочет, то может получить любую медаль на любой выставке, даже всемирной. Вот такая собака. Правда, Фридрих? Все понимает, да, человек? Хочешь, я тебя сейчас фотографирую? Я вчера твою сестру фотографировал. Хочешь? Хочу. Стоишь сюда. Я тебе сейчас крупно. Я тебе сейчас Фридрихом крупным планом. Возможно, для журнала на конкурс. Фридрих, ко мне! Постойте. Ты про него говорил. Это он. Снимите меня лучше с профессором. Только так, чтобы он не видел. Скрытой камерой моментальный снимок. Это интересно. Хорошо. Здрасте. Фотографируйте. Правильно. Скоро это будут исторические кадры. Внимание, снимаю. Спасибо. Молодой человек, помнится, вчера вы мне обещали нанести визит. Я жду. А он стесняется. Да. Что-то вчера вы мне не показались таким стеснительным. Так я жду. Фридрих! Фридрих, ко мне! Поживей, поживей, лентяй! А много у Фридриха вязания? У Фридриха? Нет, не очень. У него не очень много, у него ни одной. Вот у родителей была одна медаль у вас. У его родителей, а у него ни одной. Почему? Ленив. Талантлив, но ленив. Ну, лень — это бич многих талантливых людей. К сожалению. Нам пора идти. Уже? До свидания. До свидания. До свидания. Приходите. Ну что, друг мой безмедальный. Пошли. Тихо! Пошли!
нас приглашал. Наверное, это инопланетянин. Не думаю. Я боюсь. Спокойно. Она нас не скушает. Не скушает, если не будем трогать. Животнолог. Животами, что ли, занимается? Не животами, а животными. По-моему, он занимается насекомыми. Видишь, сколько здесь? А насекомые тоже животные. Ой, уморила. Всякие букашечки, таракашечки. Животные. А вот ты животное, а вот ты животное. Как человек, иных элементарных вещей. Да ты-то знаешь? Знаю. Откуда тебе знать-то, малявки? На телевизор чаще смотреть. Боже, какой мелочь растет. Я тебе сейчас как дуфлу. Должен довести до вашего сведения, что это полное безобразие. Дети совершенно распустились. Что? Будут другие мнения? Я думаю, они пошли на пруд. Без спроса. Без спроса. Но я же обещал пойти с ними на пруд в воскресенье. Ой. Я тоже хочу на природу. Я тоже хочу с ней слиться. Точно. Они пошли на пруд, стали купаться и утонули. Мама! Что ты такое говоришь? Нет. Это мое предположение. Когда маленькие дети идут на пруд, то ничего удивительного нет в том, что они могут утонуть. Когда я была маленькой, ну, хватит, то мальчик... Хватит, я научил их плавать. Научил. Дети, пожалуйста, успокойся. Послушайте, если вы еще раз вспомните... На. Как вы были маленькой? Ой, боже мой, Витенька, пожалуйста, успокойся, Что я тоже вспомню кое-что. Витя, я прошу тебя, пожалуйста, успокойся. Надо пойти во двор сначала узнать. Может быть, есть сведения про них какие-нибудь, кто-нибудь их видел, они ушли куда-нибудь. Это сделаю я. Почему вы? Во-первых, у меня больше такта. А во-вторых, я стойко умею сносить удары судьбы. Спокойно. Ну, Фрид, друг, смотри, делай, как я. Еще раз показываю. Подси. На что ты расселся? Ну, о чем ты думаешь? Ну, о чем? Смотри, аборт. Зачем бы ленивая собака, ну? Смотри, все собаки что вытворяют, что выделывают. Мы с тобой это проходили. Ну, слушай. Нет. Кто не работает, тот не ест. Слушай. Перестань поясничать, а? Перестань. Валя! Я в конце концов разочаровываюсь. Карик, Валя! Я в тебе разочарован. Стоять! Ой, господи. Извините. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы тут работаем. Ты будешь служить, собачий сын? Он ведь не дворняжка, чтобы служить, на задних лапках стоять. Ну, не спи. С этими собаками, знаете, осторожнее нужно. У них очень тонкая психика, правда, маленькие? Да, у них не только тонкая психика, у него тончайший нюх. Товарищ Шмидт. Да.
У меня к вам будет одна просьба. С удовольствием. Не мог бы Фридрих найти моих внуков? Конечно. Дело в том, что уже поздно. Да. А они рано ушли из дома, и до сих пор их нету. Понятно. Девочка и мальчик. Да. Ну, конечно, помню. Мальчишка такой несносный, да. А девочка такая нежная. Да, вы их видели? Ну, Фридрих ее очень любит. Фридрих. Он очень способный пес. Не мешало нам с Фридрихом получить какую-нибудь вещичку, дети. Какую вещичку? Ну, какую-нибудь, ну, скажем, башмачки или панамку. Панамку. Панамочку. Бегу за панамкой. Ой, какая женщина. Ну, Фридрих, твой час пропил. Панамка. Где же панамка? Ой, мама, а где же дети? Мама, где дети? Я спрашиваю тебя, ты не нашла, что нужна панамка? Что дело, мама? Так, где же панамка? Не вижу. Какая панамка, мама? Не толком, зачем вам нужна панамка? Объясняю. Мама, ты что делаешь? Фридрих понюхает. Это ж чистое белье. Детские вещи. И нам найдет детей. А как же найдет? Это ж чистое белье, мама. Естественно, чистое. Неужели я там нюхать породистые собаки грязные вещи? Но нужна именно грязная вещь, понимаете? Только тогда собака возьмет след. Фридрих породистая собака. Она и так найдет. По чистой панамке ваша чистопородная собака приведет вас только в прачечную. Вот, тапочки понюхать. Тапочки? Умница. В кого только. Тапочки и лучший след. Вот что. Пойду я. Кто? Я. Ну. Я с тобой. Не нужно. Как? А если что-нибудь случится? Ну, если что. Помни, я любил тебя. И береги маму. Ждите. Трогательно. Как жарко. Как лимонаду хочется. Кай, кто там смотрит? Дай мне посмотреть. А что, по-твоему, крова тоже животное? А ты кто? Корик, дай мне. Ну дай посмотри. Я лишь со страху помрешь. Как пить хочется. Карик, можно немножечко попробуем? Не смей трогать. Мы же не знаем, что это. Карик, какой ты глупый. Это лимонад. Самый настоящий лимонад. Подожди, я первый. Ничего так, вкусненький. Холодненький. Я его нашла, дай мне. Ну дай. Теперь пей. Как говорит моя бабушка, это божественный нектар. Ой, что это? Профессор. Точно он. Ой, какая стрекозка! Не моя! Нет, моя! Я ее первая заметила! Я! Хватайся с нее! А то она сейчас бросит нас в подоконник, Валька! Ты что, так и не поняла? Не очень. Слегода почему-то стала огромной. Когда мы за нее цепились, но зачем-то полетела. Ты ничего не поняла? Мы выпили какую-то дурацкую жидкость и стали насекомыми. Мы маленькие. Любой может посадить нас в банку и рассматривать. В банку? Держись, Валя. А сейчас самое главное. Я не доплыву! Доплывешь!
тебе помогу. Не плачь, не будет. Не плачь. Я хочу домой. Передохни. Мамочка. Не плачь. Каждый раз одно и то же. Эй, голубчик, куда ж ты убегаешь от великих научных открытий? Тебя ждут удивительные, удивительные приключения. Ты думаешь, все так просто? Нет, брат, не просто. Понимай, понимай, Федя, понимай. Возьми след. Вперед. Тапочки, ты потеряли, дайте еще раз понюхать. Мешать, не отвлекать. Через дорогу, быстренько раз. След, 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 след. То, что ты наделал, ну извините нас, пожалуйста. У нас тут немножко. Вы нас ради бога, извините, мы сейчас уберем. Что здесь происходит? Простите, Фридрих пока еще не ошибался. Да, я понимаю вас. И дети пропали, это тоже факт. Да, я понимаю, пропали дети Фридриха. У Фридриха нет пока детей. У Фридриха нет детей. У него нет детей. Нет. Да вот пропали деньги этого папы. То есть меня. Он папа, у него пропали дети. А Фридрих пришел сюда. Да, след привел к вам. Да, так. Вот тапочки. Но здесь нет никаких детей. Это надо еще проверить. Паусон. Благодарю вас. Начнем осмотр. Позвольте. Я все объясню. Одну минутку. Садитесь, пожалуйста. Садитесь. Одну минутку. Все. Сейчас я все объясню. Садитесь. Витя! Одну минутку. Успокойтесь. Срочно летите в милицию с участковым. Французов? Да. Скажите, что улетел сюда срочно, а я пока возьму огонь на себя. Вы что-нибудь подозреваете? Да. Вы рискуете. А вдруг... Да, я знаю, но приходится. Понял. Спешите. Фридрих? Ну что ж, товарищ Енотов, приступим. К чему? Не догадываетесь. Приоце не хотел показывать вещественные доказательства. Прошу. О чем-нибудь говорит? Mm-hmm.
Неужели ты думаешь, Фридрих, что дети, как какие-нибудь стрекозы или мухи, могли улететь с пятого этажа? Что, что? Что? Стрекоза! Стрекоза! Там на подоконнике лежала стрекоза, а теперь ее нет. Ergo, cessante causa Zeus effectus. Она была живая. Кто живой? Какие стрекозы? Где дети? По лужайке бродят козы. На пруду живут стрекозы. В ванную. В ванную. Ты что, не понимаешь, Фридрих? Если бы это копы, он бы нас увидел. Хоть бы это через микроскоп. Спасибо. Что, микроб какой-нибудь? Слушай, что, если профессор придумал уменьшительную жидкость, значит, он может сделать нас опять большими. А ты думаешь, это возможно? Уверен. Ура! Вот, 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 меня кто-то...
съесть воздух. Он, наверное, в паучьем клубе. Зачем он нас крутит? Тише, тише. Чтобы я его раздавил в два счета. Тихо, Карик, он слушает. Наверное, он еще не проголодался. Вытирал нос.
хочет, а глаза слепаются. Давай, давай, посмотри. Если ничего не несла стрекоза, они непременно должны быть где-то здесь. Я не удивлюсь, если это одеяние скоро войдет в моду. Рыба не клюет, и ничего в этом мире интересного нет. Ну, так это, смотря с какой стороны посмотреть. Ну что? Никого нет. А там? Здравствуйте, вот крабы тут. Стой! Что такое? Что такое? Надо было дать еще раз полиции. Ну подожди, ну на Фридриха сейчас не догнать. Подождите, что? Подождите, подождите. На Фридриха можно положиться, поверьте мне. Да, ну. Давайте по порядку. Какие дети? Да, значит, где, когда родились? Да. И куда пропали? Вот. Ничего не понимаю. Голова кругом идет. Ой. Итак, постарайтесь еще раз вспомнить, что он говорил перед тем, как отвезти вас в ванну. Представляете, товарищ француз, когда мы ему показали одежду детей, он ужасно разволновался. Но даже Фридрих понял, что дети не могли уйти из дома голыми, представляете? А потом он разволновался и сказал такие слова. Какие слова? Кто, профессор? Да. Ну, какие? Он сказал, на лужайке бродят козы, на пруду живут стрекозы. Фридрих и я просто... Это? Да. Он с ней рыскал по подоконнику. Искал что-то... Маленькое-маленькое? Да. Вы устали? Да.
Ступайте домой. А вы? Служба. Что служба? Ага, может, я могу? Не можете. Значит, вы сами. Скучная квартирка. В любом случае, попробуем. Так. Ну-ка, малыш, тихо. Тихо, извини. А? Попробуй. Ну, давай, давай. Давай. Значит, вкусно. Все выйдет удобно. И профессор искал что-то маленькое. Ну что с тобой? А? Леночка? Мама, куда ты? А? Так, спокойно. Я знаю, где искать детей. Фридрих! Фридрих, ко мне! Ко мне! Я тут! Валя! Карик! Thank you.
ко мне. Фридрих, ко мне, Фридрих. Фридрих, Фридрих, товарищ, ко мне. Товарищ Шмидт? Ой. Кто, кто это? Это я, бабушка Карика и Вали. Гасите же. А это вы? Добрый вечер. Ну как? Никаких следов. Родители в трансе. Я понимаю. Загадочная история. Да. Вот и профессор исчез. Угу. Угу. А с ними мой Фридрих. Да. Одна цепочка. Да. Одна цепочка и осталась. Не жидите.
ж уснули посредине пруда? Не знаю. Я спал без одних ног. А тебе не кажется, что нам кто-то помог? Да кто нам тут может помочь? Ты что, веришь в сказки, что ли? Какие сказки? Нам может помочь только профессор Енотов. Да тут только и делают, что едят друг друга. Ты лучше радуйся, что мы живы. Есть следы, но они ведут в удивительный, странный мир. Нет, об этом пока рано. А как же наши дети? Мы делаем все возможное. Я сейчас как раз по вашему делу иду к полковнику. Я вынужден вас оставить. Успокойте жену, пожалуйста. Конечно. Настоящий профессионал. Словесный портрет. А где здесь дети? Вот девочка. Понятно. Это мальчик. Где мальчик? Вот. Не вижу. А, это собака, порода боксер. Будем искать по словесному портрету. Успокойте родителей. Меня.
не поверите. Да нет, что вы, что вы. Я вам верю. Верю. Может быть, знаете ли, имеет смысл вам взять отпуск и махнуть, знаете ли, куда-нибудь на юг. Море, пальмы, бабочки. А? Прямо сейчас? Прямо сейчас. Пишите рапорт. Пишите. Начальник. Я же дело не закончил. Нет, товарищ полковник, мне детей надо найти. Ладно, вот. Это что? Это вещественное доказательство. Кролик. Кто? Кролик, которого я обнаружил в квартире профессора. Где кролик? Ну вот. Товарищ лейтенант. Шуршит. Шуршит вместе, товарищ полковник. Послушайте. Может, жук? Товарищ полковник. А? Ой. Как плохо. Смотрите-ка. Белый. Вот такой зараза был. Бред какой-то. Минутку. Так. Повторите вашу версию с самого начала. Значит, вы уверены, что объект находится где-то здесь, возле пруда? Я убежден, это ближайший водоем. Стрекоза, утащившая детей, полетела непременно туда. Туда же отправился профессор в поисках детей. Хорошо. Возьмите наряд. Так? Нет, впрочем, вам хватит одного рядового Травушкина. Ведь они же маленькие. Так точно, товарищ полковник. И приступайте немедленно. Есть немедленно приступить. Идите. Есть. Постойте. Что-то вы вроде ростом меньше стали. Непорядок. Шутку понял, да? От француза. Так что, если не вот, обедать нам сегодня не придется. А ухонать и ужинать. Смотри, какой кузнечик. Ну, пошел. Пошел. А слушайте, хоть мы и так не завтракали. Щекотки боится. Как ты думаешь? Думаю, вспоминает о нас. Я думаю, они так все с ума посходили. Никаких следов. А мы чуть и улетели.
Я есть хочу. Пойдем вон к тем деревьям. На свете так много съедобных вещей. Еще больше несъедобных. Смотри в оба, а то еще выскочит жук побольше этого. Вообще, будь внимательным. Я старшего за тебя отвечаю. А как мы найдемся? Пойдем к дому и все. Так сколько же нам идти? Ведь мы такие маленькие. Хоть 300 лет идти будем. Подойдем. Не бегай, ноги сломаешь. А я не бегаю. Я же сказал, только будь осторожен, поняла? Да тут так тихо. Баги, перейди. Ни в коем случае идти только по дорожке, ни шагу в сторону. Я и так по тропинке. Надо смотреть и видеть, слушать и слышать. Сержант Травушкин, вы что-нибудь заметили? Нет. Но странная штука, это неспроста. Пошла отсюда, только тебя здесь не хватит. Держи. Пруд оцепить? Угу. К знаку никого не пускать? Понял. Я думаю, что они выйдут сюда. Кто выйдет? Сержант Травушкин, следите за местностью. За порядок на объекте отвечайте головой. Слушаюсь. Thank you.
чтобы люди нас заметили и не раздавили. Что здесь случилось, скажите? Иди сюда, что ничего интересного здесь нет. Проходите, проходите, не задерживайтесь. Давайте, пожалуйста, я спрошу. Что случилось? Не знаю. Дети пропали. Какие дети? Это мои дети, вернее, внуки. Где вы говорите о них? Что я сказала? Я говорю, что говорят, что дети пропали. Простите, а про какую собаку не говорят? И вы здесь? Чутье привело меня сюда. У меня интуиция. Я столько воспитывал своего Фридриха, столько приучал его брать с ним. Что нюх у меня стал, как у собаки. Я чувствую, что он где-то здесь. А если он здесь, то уже здесь надо. Где ты? Как я без тебя вернусь? Что я скажу? Выпили уменьшительную жидкость. Что значит нечаянно? Вы нечаянно понимаете, блюд отчаянно. Да. А где твоя сестра? Она была с тобой. Я не потерял. Она пропала. Пропала? Ее надо немедленно искать. Фридрих, Фридрих, искать. Искать девочку. Искать. Вперед, вперед. Молодец, вперед. Yeah.
Не знаю, она только сказала, что полезет на дерево. На дерево? Ты вот это вот Энотеру называешь деревом? Вот этот желтый цветок? Да. Ага. Скажи, пожалуйста, а когда это случилось? Солнце уже взошло или нет? По-моему, нет. А при чем тут солнце? Поздравляю, твоя сестра уже там. Где? В цветке Энотеры. А это не опасно? Нет. Надеюсь. Надеюсь, она живая и здоровая. У Энотеры свои, совершенно отличные от всех других цветов привычки. Каждый вечер Энотера раскрывается. Стоит открытой всю ночь, а к утру снова закрывается. Это и есть особое свойство Энотеры. Поэтому этот цветок и называется ночная свечка. Понятно? Гарик, подержи, пожалуйста. Потрогай, только осторожно. Острые. Ха. Еще бы, это замечательное оружие подарила кузнечику природа. При помощи этой пилы кузнечик защищается. Может буквально распилить своего врага. А зачем нам пила? Не понимаешь? Чтобы освободить Валю. Иначе ей придется сидеть в цветке до вечера. Пойдем. За мной. Фридрих! Фридрих, за мной. А теперь, Гарри, давай попробуем покричать вместе. 3-4. Валя! Еще раз. Ну, умный пес, показывай, где наша девочка. Вот видишь, Фридрих уже ее нашел без нашей помощи. Она вон там, наверху. Внутри вот этого бутона. Понимаешь? Выпусти! Так-так, придется мне взять пример с гусеницы. Научимся ползать. Валя, ты здесь? Здесь. А ты кто? Я? Я профессор энтомологии Иван Гермогенович Енотов. Да. Отойди, девочка. Я буду сейчас пилить лепесток. Понятно? Друзья мои, у нас здесь прекрасная жизнь. Нектар с пыльцой. Это же пища.
пища богов. Угу. Только если бы не было этих противных и гадких страшных пауков. О, как ты можешь говорить такое об этих интереснейших, полезнейших существах? Я чувствую, что надо опасаться именно полезных насекомых. Глупости! Какие глупости ты говоришь, карик? Паук схватил вас, потому что вы вели себя в воде, как мотыльки-однодневки. Да, запомните, у каждого насекомого есть своя постоянная, привычная ему пища. Стрекозы, например, едят мухи, бабочек, пчелы питаются соком цветов. Многие летающие насекомые вообще ничего не едят. Да, да, так что здесь не более опасно, чем на улице любого города. Я пить хочу. Что? Я пить хочу. Я вон там видел небольшое озерцо. Не спешите, ребята. Здесь очень трудно найти живую, пригодную для питья воду. Да я видел, там жутки пьют. Подожди. Карик, Карик, подожди. Куда вы, ребята?
здесь не кино. Ну что вы, ну проходите, гуляйте, отдыхайте. Ничего интересного. Ну вот, вот, гуляйте. Вы граждане, пожалуйста, пожалуйста. Дедушка, ну что вы, я же вам сказал, ничего интересного здесь нет. Посмотрите, погода хорошая, гуляйте. А? Дима! Я! Как дела, ответь? Хорошо. Молодец, никого не пускай на траву. Я не пускаю. Вижу. Товарищ Французов, зона возгорания. Это маячки. И мы скоро будем дома. Ой, какой жучок! Он с тобой здоровается. Тут у него лицо знакомое. У жуков не лицо, а морда. Он зарядку делает. А может, он хочет нас о чем-то предупредить? Не волнуйтесь, граждане. Гражданка, постойте, вы куда? Туда. Сюда нельзя. У меня дети. Нельзя. Двое пропали. Карик и Валя. Пропала собака. Какой Фредрик? Ну? Пропали дети. Какие дети? Двое маленьких. Здесь нет никаких детей. Большая взрослая собака Фредрик. Не надо никого пускать в зону. Через несколько минут буду на объекте. Вы слышали? Сейчас сам Французов будет здесь. Во всем разберемся. А, ну тогда вам подожди. Это приятель, мой приятель. Французов приятель. Пожар. Запомните, дети, каждый курильщик враг природы. Но курильщик даже не ведает, что творит.
Палка с платком, то есть знак на месте. Возгорание прекратилось. По-прежнему никого не пускаю, но никто не появился. Что же я ошибся? А? Неужели меня интуиция подвела? Будем ждать. Сейчас, ну что там? Я сейчас могу. Давай сразу, что вы здесь? Нужно быть даже жуком, Карик. Да он ничего не понимает. А по-моему, он все понимает. Все, время дорого. По домам. Порошка хватит не на всех, поэтому сейчас вы его съедите и увеличитесь. А вы, Иван Гермогенович, мы вас не бросим. Это приказ. Я старше вас. Имею степень доктора наук. А ты кто? Ученик третьего класса. И не из лучших, очевидно. Потом, когда вы увеличитесь, вы понесете нас в этой коробке. А кого это вас? Фридриха. Меня, конечно. Кай, смотри, жук пришел за нами. Вы что, с собой жука возьмете? Да, конечно, если он согласится. Значит так, примите порошок, увеличитесь, найдете одежду в моей зеленой сумке и несите нас прямиком в мой кабинет. Да. Только несите нас осторожно, не несите, мы вам еще пригодимся для коррекции. Посмотрите, дети мои.
осознают жизнь. Ну что, сержант, снимай оцепление. Слушаюсь. Спасибо за службу. Внимание всем постам! Снять оцепление! Снять оцепление! Быстрее, быстрее, ребята! Что же все-таки случилось? Дети нашлись. Да ничего они не нашлись. Они просто никуда не пропадали. Поговорили, утонули, ну... Профессор, на месте? На месте. Дети, где мой Фридрик? Разве он не с вами? Здесь он. А? Где? В коробочке. Что? Кто? Фридрик. Вот он на задней лапке встает. К вам тянется. Фридрик! Боже мой, что они с тобой сделали? Дайте, я унесу его с собой. Домой. Как хотите, то вот, пожалуйста. Дайте. Осторожней, мой дорогой, мой любимый. Мир. Это был мой дом, ну что вы, да? Спасибо, мне не нужны. Нет, спасибо, это лично. Спасибо. Пожалуйста, я тоже очень рад. Всего доброго. Мой бедный пёс, что они с тобой сотворили? Так мучить бедное животное. Ничего. Я тебя буду кормить, и ты вырастешь. Я тебя буду так кормить, что ты вырастешь и станешь самым большим. А что это вы здесь рассматриваете, а? Насекомых. А остальное сенсация. Завтра об этом узнает весь мир. Да-да. Добрый день, дорогие гости, добрый день, представители прессы. Мы начинаем нашу пресс-конференцию, посвященную открытию профессора Енотова. Сюда, пожалуйста. В кратком коммюнике, который получили все представители прессы, изложена суть открытия. В пресс-конференции участвует ученик 80-й школы Гарик Петров и его сестренка Валя. Ну как, ребята, вы готовы? Готовы. Теперь можно начинать. 3, 4. Неожиданно. Как видите, трудности этой многосложной экспедиции слегка утомили профессора Енотова. Поприветствуем его. Вопрошу на вас на силы. Как ваше открытие может быть применено в народном хозяйстве? Нужны ли нам маленькие люди или большие знакомые? Нам нужны большие друзья. С этим нельзя не согласиться. Нельзя. Вопрос журнала «Юный натурал». Сколько может выдержать человек в мире насекомых? Долго ли он сможет прожить в этих экстремальных условиях? Можно я отвечу? С удовольствием. Сколько угодно! Достойно вкусных вещей! Только мы тут слишком мало были. Как я понимаю, экспедиция должна быть хорошо подготовлена. Безусловно. Вопрос журнала «Костер». Я думаю, этот вопрос волнует всех собравшихся здесь. Собираетесь ли вы возвращаться в свое, так сказать, нормальное состояние? А вы что же считаете? Что я ненормальный? Скажите, негражданские лица смогут участвовать в следующей экспедиции? Какие лица? Да, смогут. Спасибо. В отпуске за свой счет. У меня два вопроса, профессор. Вы откуда? Журнал «Мусилка». Ожидается ли следующая экскурсия в удивительный мир насекомых? И будут ли ходить туда туристские поезда? И если так, то как будет организовано детское питание и устроен досуг детей? Досуг. На
насчет досуга я сильно сомневаюсь. Ты постоянно нужен глаз да глаз. Чтобы тебя не съели. Вопрос Карику. Вот ты скоро станешь пионером. Скажи мне честно, было ли тебе страшно? И должен ли пионер бороться со страхом? Страшно было. Но я боролся со страхом. И победил страх? Ну, молодец, Карик, молодец. Я должен вести уточнение. Карик очень хороший мальчик, смелый, смелый мальчик. Но брать чужие вещи без спроса, это, простите, нехорошо. Это нехорошо, верно? Да, нехорошо. Я должен сделать заявление для телевидения и прессы. Граждане, нам морочат голову, это жульничество. Человек, уменьшенный до таких размеров, не может функционировать. Не верите своим глазам? Я верю своим глазам. Но то, что нам показывают, это обычная, хорошо сделанная голограмма. Да, профессор, рядом в шкафу. Даже самое абсурдное, у нас гласность и демократия. Можно? Прошу вас. Уважаемый профессор Енот, ваше открытие расширяет возможность криминалистики. Мы сможем, вопреки здравому смыслу, найти иголку в стогу сена и вернуть ее владельцу. Любопытное заявление. Даже профессор Енотов задумался. Елюсков Тазуари Газетаня. Пожалуйста, вопрос от журнала ЮНЕСКО. Профессор, я на самом деле, на гнату, не дам ни самота. Как бы себя чувствовать старший брат человека-насекомый? Неважно. Поподробнее, пожалуйста. А как бы вы себя чувствовали, если бы вас постоянно громили ядами, гербицидами и другими химиками? Неважно. Не могли бы вы сказать несколько слов о своем спутнике? Он так интригующе молчит. Вы спрашиваете, разумен ли он или управляет какие-то сложные инстинкты? Я надеюсь, что придет время, когда он сам сможет вам ответить. Впрочем, молчу. Этого требует научная этика. Мне кажется, что сегодня было достаточно сенсационных сообщений. Этим мы обязаны профессору Енотову. Поблагодарим его. Итак, наша пресс-конференция закончилась. Приятно видеть своих внуков по телевизору. Приятно видеть детей живыми и здоровыми. Ну, потерпи, дорогой Федя, ну, потерпи. Сейчас все будет в порядке, сейчас. Сейчас мы проконсультируемся с профессором. Ты только не нервничай, все. Я тоже спокойно. Сейчас. Здравствуйте, профессор. Мне к вам, товарищ. Не понял? Там взяли. Ой, Фридрих, мой дорогой, мой хороший Фридрих, живой, нормальный Фридрих. Профессор, спасибо, извините. Я подозревал, что вы... Что? Не любите животных. Извините, профессор, мой дорогой, мой любимый, мой нормальный Фридрих.
Маршаль опять стать маленьким-маленьким. Ты бы согласилась?